Разрушительный сель в Талгаре привел к острому дефициту воды. В результате природной стихии повреждена вся система водоснабжения районного центра. Пока в горах ведутся восстановительные работы, вода доставляется в жилые секторы водовозами, которых сегодня катастрофически не хватает. Жители многоэтажек жалуются на отсутствие четкого графика доставки воды. Иногда им приходится ждать цистерны по несколько дней. Но больше всего талгарцев беспокоит проблема гигиены. Из-за нехватки воды засоряются канализационные трубы. Жители опасаются, что это может спровоцировать в городе эпидемию. В райбольницу стали поступать пациенты с кишечными инфекциями. Вчера вот я сама была в талгарском приемном покое, там что творится? Вы знаете, я своего сына вчера еле откачали. Инфекция, рвота, понос, еле его вчера. Спасибо вот этим людям в белых халатах. Я им благодарна за это. Вчера они его спасли просто, можно сказать. И при мне привезли еще человек 5, наверное, вот с таким же диагнозом. Правильно, потому что вода... Потому что сейчас вспыхнет эта инфекция, только шум стоит. Жара, воды нет. Да. Водовоз не возит, мы вообще в шоке. Вообще весь Талгар вот обезвоженный. Просто люди уже стонут. 10 дней без воды. Нам хотя бы вечером, хотя бы пусть часов вот так вот 6-7 привозят каждый день стабильно, чтобы мы знали. Вот вы видите, какое положение. Драка за этой вот водой стоит.